Дорогие друзья, уважаемые телезрители, постараюсь коротко ответить, почему принял решение баллотироваться в депутаты. Есть такое понятие, как безответственность. Я не могу позволить сегодня себе такой роскоши. То, что происходит в стране, это и наша, и моя личная ответственность. В том числе и за то, что сменились лица, управляющие страной. Теперь должна смениться система, теперь надо начать строить государство. И в этом тоже моя ответственность, так или иначе, наша общая. Поэтому принял решение баллотироваться в депутаты. Думаю, надо и дальше не останавливаться перед трудностями. И пока есть силы и есть запал, надо принять участие в важных для страны процессах, а не смотреть со стороны. В конце концов, мы не дети, и люди в нашем возрасте командовали фронтами и выиграли войну. Нет в мире ничего дороже свободы, а для граждан Абхазии это свобода абсны. Но эта свобода быстро закончится, если дела в нашей республике будут идти так, как сейчас, если таким будет наше отношение друг к другу. После войны в блокаде мы делили последний кусок хлеба с соседями. Сегодня стали заклятыми врагами из-за денег, из-за интересов. Надо вернуться к нашим истокам, начать менять ситуацию самого себя. Надо остановиться и подумать, куда нам дальше двигаться. Сегодняшняя власть, несмотря на тяжелое наследство, обязана начать строить государство. Мы уже несколько лет этим не занимаемся. Мы должны четко понять, какие перед нами стоят задачи, и смело идти к ним. Приведу цитату одного выдающегося мыслителя. «Вчера я увидел огромные, как горы, волны и нос корабля, который уверенно их резал. Я спросил себя, почему корабль побеждает волны, хотя их так много, а он один. И понял, причина в том, что у корабля есть цель, а у волн нет. Если у нас есть цель, мы всегда придем туда, куда хотим». Постараюсь в парламенте выполнить все, что написал в своей программе для нужд района. Но главное, что могу твердо обещать, что буду доступен, открыт, что организую в районе отделение, в которое буду регулярно приезжать и узнавать, какие проблемы волнуют жители. Иду в парламент и во власть с целью служить народу, а не править. Возможно, многие меня в округе не знают. Я человек слова, не политикан, и всегда отвечаю за то, что говорю. Мой номер для всех доступен. Если удостоюсь чести служить народу в парламенте, в исполнении ваших законных требований. Это входит в функции депутата. Я не собираюсь забывать, что главная цель любого политика – служение народу. Ваше мнение по поводу подписанного договора? Да, ну по поводу подписанного договора и вообще весь этот процесс наблюдала, наверное, вся страна, и так получилось, что втянуто было чуть ли не все население в обсуждение, кто-то на улицах это обсуждал. И, ну, тут есть и я вот что наблюдал, что много людей искренне переживающих за судьбу своей родины, и потому что действительно у нас маленькое такое государство с маленьким народом, и что чувствует какие-то риски, и в какой-то степени это, может быть, и помогло власти, но в то же время мы видели и неприятную, я видел неприятную картину, когда некоторые люди, это наше общее, и некоторые люди разжигали какие-то страсти, чтобы с целью выбить какие-то из-под действующей власти почву, или же чтобы прийти к власти. И, конечно, это было некрасиво, потому что тут как бы мы должны, где нашего общего касается, сообща вместе и быть. Но я, по поводу подписанного договора, я считаю, что он, во-первых, это большой договор, он разных, от военной, экономической, многих-многих отраслей затрагивает, и в каждой отдельной отрасли там были профессионалы, обсуждались, это широкое обсуждение было, и я думаю, что он заключен в интересах Абхазии, потому что я знаю людей, кто непосредственно этим занимались, и мы сегодня я этот договор по 10 раз мы это обсуждали, и были какие-то у нас первоначальный договор был, потом был изменен договор, изменен он был вопреки какому-то мнению, который говорит, что он изменен был там в двух словах, на самом деле он был радикально изменен, но тут были учтены, я считаю, что он в пользу Абхазии, одним словом, и во многих отраслях это поможет, и во многих отраслях мы сами
привели. У нас ситуация реальная, она не очень-то хорошая, поэтому сегодня этот договор, я считаю, что он в пользу Абхазии. Спасибо большое. И последний вопрос в этом блоке, он адресован Тенгизу. Что вы думаете о политике репатриации в Абхазии, есть ли у нее перспективы? Ну, вообще, опять же скажу, что в свое время, когда начал интересоваться политикой, это были такие мысли о том, что народ маленький, народ исчезающий, сегодня в мире происходит глобализация, и большие народы, национальные особенности стираются в больших народах, и поэтому я как-то математически не увидел, помимо восстановления исторической справедливости, я считаю, что это, возможно, единственный выход на выживание нашего этноса, и это, я считаю, что очень полезно со всех сторон, это полезно для нас внутри, как объединяющее благородное, и полезно в демографическом смысле, потому что наших соотечественников там в разы больше, я считаю, что это касается многого и взаимоотношений с другими. Это, помимо этого, у нас часто наши недруги обвиняют в том, что Абхазия мало своей личной воли какой-то проявляет. Когда мы возвращаем наших братьев, я считаю, что это проявление нашей воли, и это полезно во всех смыслах. И в конце концов, это в Конституции Абхазии прописано, что каждый абхаз... Ну, закон есть, что каждый абхаз, где бы он ни родился, он имеет право вернуться на свою историческую родину и быть гражданином Абхазии.